Актер Марк Богатырев, известный зрителям по сериалу «Кухня», сообщил в Инстаграм, что впервые стал отцом. Марк очень трогательно подписал снимок, на котором счастливый отец держит малыша. «В доме счастье, сын родился, Богатырев Данила Маркович. Добрый путь!» И сразу же подписчики стали поздравлять родителей с этим радостным событием, а маленькому Даниле пожелали расти здоровым и счастливым. Что интересно, Марк сообщил о пополнении в семье в день рождения жены. 18 марта Татьяне Арнгольц исполнилось 39 лет. Напомню, что для Татьяны Арнгольц малыш стал вторым ребенком. У нее растет дочь Мария от первого брака с актером Иваном Житковым. Актриса развелась с ним в 2013 году и долго не могла решиться на новые серьезные отношения. С Марком Богатыревым Татьяна начала встречаться с 2018 года. Они познакомились на съемках проекта «Наживка для ангела». Марку тогда очень нравилось, что они с Татьяной работают в одной творческой сфере. Свадьбу Арнгольц и Богатырев сыграли осенью 2020 года, но долго держали это в тайне. А о том, что Татьяна Арнгольц ушла в декретный отпуск, стало известно в декабре прошлого года. Тогда информацию подтвердил ее соведущий по программе «Жди меня» на НТВ Александр Лазарев-младший. Ну что ж, остается только пожелать здоровья родителям и малышу. А вам спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии под данным видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал «Цвет настроения». И до новых встреч!